И это очень полезная вещь в хозяйстве. Прям очень необходимая. Не могу. И почему Юле припекло купить? Потому что скидка большая была. Потому что они раньше это все стоило очень дорого. А там панка. Видите, какая нарезочка должна быть, какие кубики должны быть от арбуза. Саша, ты заценила? Да, да, да. Потому что там несколько ножей. Дай. Не надо рвать. Это ж коробочка, пускай она детям достанется. Да нарисовано ж на этом. На коробке нарисовано. Ничего. Вот кубики такие будут. Ну как? По арбузику. Вот так вот. Тут вот инструкция есть. А, вот так. Вот картинка вот так вот должна быть. О, вот так. Непонятно. Вот так вот. Нет, не надо ничего. А вот так зачем? Это чтобы потом, когда ты будешь брать дольку, чтобы не руками, а ножом взять дольку, когда ты уже нарезала. Матька, скажи, что в очередной раз фигню какую-то купили? Ну, не знаю, это просто уже были в этом наборе, поэтому отказаться я не могла. Это для мороженого. Не знаю. Просто они были все в комплекте. Покажи, покажи сейчас эту коробочку, мы не будем знать, куда спрятать. Вот такой нож для арбуза, с такой перемычкой. Вот, как говорят, надо надавить, протянуть. Еще рядом делаю, еще одну полосу делаю, тогда легче будет. Ту старую вставляешь. Угу. Так, хватит жрать, мы обзор снимаем. Тут уже хомячат. Как надо доставать? Переверни ножик. Серединки. Ты с краю берешь, оно поломается. Пытаюсь попасть. Наверное. О, вот так вот с кипкой должно выкладываться. Вот. О, пошло дело. Начали. Хопа-хопа. Ой, квадратики такие прикольные. Давай. Саша. Мы снимаем обзор на ножи. Где тарелочка, чтобы нормально показать, какие не квадратики? Ела. Так, не поняла я, конечно. Можно поставь ее сюда. Пожалуйста. Давай. Квадратики нарезай. Саша, положи квадратик на место в тарелку, быстро. Не в эту, в эту, мы вот сюда квадратики складываем. Что ты с арбузом тут натворили? Бедный арбуз. Смотри, волшебство какое. Саша даже время скрутил. Круто, мне нравится. Во! Вот эта тема. А я что говорила, зачем ножи нам? Чпок, капец. Вот так у нас всегда на кухне. Можно подскользнуться или прилипнуть, или подскользнуться и убиться. Чаще прилипают, потому что вдруг сладкая. Хватит, Саш. Мы что, сразу все это... Да? Короче, это мы же купили набор ножей. Для Саши. Для Саши. Она говорила, нафига, нафига. В итоге, я так понимаю, даже научилась кружочки. Вкусняшка. Вырезаешь просто. В общем, мне понравилось. И скидки понравились. И все. Что, если б семечки вынимались, был ножик. Параллельно семечки вынимала, потому что сильно много семечек у нас. Ну, а сказали, это типа зимний сорт арбуза. Уже нет арбузов нормальных у нас, поэтому за два дня мы должны его уничтожить просто. Да, у нас есть вторая половина, мы еще вам нарежем. Покажем, как фигурно, красиво вырезаются арбузы.